Они взрастили поколение, способное страну поднять и знамя Родины священное из рук с гордостью принять. Практически всю жизнь Галина Леонидовна преподает русский язык и литературу в первой звенигородской школе. Рифма и стихи всегда жили рядом и были любимым увлечением, а ученики – главными слушателями и вдохновителями. Особенно я люблю читать свои стихи ученикам. Это что-то потрясающее, как они воспринимают. Глаза горят, вот кажется, выскочит из себя на глазах слезы. Поэзия очень трогает детей. У них чуткие души, и они чувствуют красоту настоящего слова. Недавно Галина Казакова попала в литературное объединение «Звенигорье». Вместе с другими поэтами в первой библиотеке они регулярно проводят поэтические встречи для школьников. Первоочередная цель – это, конечно, развитие навыков и знание русского языка, развитие литературных способностей, потому что молодежь часто присылает свое творчество для формирования литературных альманахов. Здесь они делятся своим творчеством и навыками, читают произведения собственного сочинения. Сегодня в зале библиотеки звучит патриотическая поэзия для учеников звенигородской школы «Квантум». У высоких вершин зашумят тополя, там, где хвойных лесов бесконечная мгла, и я тобою горжусь, ты, Россия моя. Некоторые ребята, оказывается, тоже пишут стихи, но исполнять их для аудитории пока стесняются. Возможно, такие встречи вдохновят их на дальнейшее творчество, и эти ребята станут достойными преемниками поэтов литературного объединения «Звенигорье». Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».